Добрый день, Раф. Помните, за неделю до Конгресса в субботу вы дали мировому кли молитву «Дай нам любовь к товарищам» и сказали, что это молитва до самого Конгресса. На уроке обычно 3500 людей, а сейчас нас 5000 плюс 60 тысяч подключений. Это огромная сила. Можете ли вы также нам сейчас дать какую-то молитву, чтобы мы вместе поднялись из этого огромного сердца? Я думаю, мы прежде всего постоянно говорим о молитве, о просьбе, о том, что мы должны сделать, дабы притянуть Творца, чтобы Он пребывал между нами. Если между нами раскрываются какие-то прегрешения, какие-то сложности, какая-то ненависть, отторжение, то это то самое место, которое нужно покрыть Творцом. Представь себе, у тебя есть что-то против какого-то товарища, неважно, что именно. Это мелочь. Немедленно хочешь покрыть это Творцом. И там что-то Творцом. Там еще Творцом. Любовью. Творец — это любовь. Представь себе, что все это между товарищами, ты хочешь покрыть их любовью. И тогда ты начнешь ощущать между двумя этими, между ненавистью и любовью, ты начнешь ощущать новые формы мироздания. И это будет духовный мир. Попытайтесь все. Об этом я рекомендую вам думать и выполнить.